Уважаемые инвесторы, 14 января 2024 года на экране инвестиционная пара Avalanche к евро, криптовалюта Avalanche, AVAX, стикер AVAX. Так, по данному активу прогноз был. И значит, что произошло? Произошло то, что я, в принципе, ожидал. Цена очень даже красиво коснулась этого уровня, куда я предполагал. Вот и все. То есть сейчас все это смело можно удалить. И сделаю сейчас новый прогноз. Так, теперь я, значит, вот очертил себе линии поддержки, линии сопротивления, и имею право предположить следующее движение. Значит, я посмотрел на месячный фрейм, на недельный, на дневной, поглощений никаких не было. А это значит, что я ожидаю дальнейший рост. Ну и многие другие факторы говорят о росте. Вот. Но здесь я что имею право предполагать? То есть цена вообще по идее должна будет вот прийти вот где-то вот в этот, к этой отметке 50 евро. 51. 50-55. Вот. То есть, когда цена, значит, сюда подойдет, возможно, сформируется паттерн на разворот. Вот. И можно предполагать, что цена, значит, уйдет сюда. Далее она либо оттолкнется сразу и пойдет сюда на 72. Так. Так, вот, ну, либо вот так. Давайте сейчас. Так, приблизительно, да? Так, либо есть еще вариант, то что цена сформирует такое глобальное тройную вершину. Хотя если она сформирует тройную вершину, тогда и придется уйти вниз. Вот. Так, либо есть еще вот такой вариант. Так, либо. Вот такой, смотрите. То есть, значит, она может пробить вот этот, вот эту поддержку, вернуться сюда, так, протестить ее. Далее она уйдет все равно сюда куда-нибудь. Вот тут она уже сформирует паттерн разворота и уже потихонечку тогда пойдет, значит, сюда. Тут она где-то ее пробьет, прошьет и уже придет все равно вот к своей вот этой цели. Вот, то есть, если глобально посмотреть, то пока на данный момент у нас тренд восходящий, да, восходящий тренд, а значит, при восходящем тренде цена обязана будет прийти приблизительно в отметку 70 евро за одну монету. Вот. Нужно обязательно учитывать, если все же вот здесь где-то, да, либо вот на этом уровне, значит, произойдет вот такое движение, и цена не сможет прошить отметку там 30-32, и она уже будет потихонечку формировать паттерн продолжения тренда вниз, то значит, получается, это уже будет нисходящий тренд, и уже можно ожидать там монету вниз. Вот, но это такой, скажем, такой вариант, который нужно учитывать, но о нем сейчас рано говорить, потому что, ну, просто-напросто тренд у нас восходящий, и все. Вот,
Далее, нисходящий тренд, он, конечно, может произойти от этого уровня, тоже нужно учитывать, да, то есть, если тут где-то подрастет, вот до этой отметки он должен будет прийти, вот, и от этой отметки, если там начнет куда-то валиться, да, и можно будет заметить, что тут раз произошел пробой, движение такое, и вот он дальше вниз идет, вот, то есть, от этого уровня, конечно, тоже нужно понимать, что может быть, ну, этот, движение вверх, да, то есть пока цена не пробила вот этот уровень тот в зоне 26, там 30-30, вот, ну, нельзя говорить о том, что давайте я это вот так сделаю. Вот так это у нас будет синим цветом, допустим, вот. А от синего цвета я еще добавлю вот такой серенький цвет, чтобы можно было уже понимать, что вот, и уже куда-то вниз, куда вниз пока говорить рано, так, повторюсь, вот так. Все, то есть глобально вижу пока только вверх. Вот, на этом все. Уважаемые инвесторы, данный прогноз является авторским, а также 100% независимым и не спонсируется компанией, которую я прогнозирую. Канал не предлагает абсолютных решений, а мои прогнозы — это всего лишь возможные сценарии. Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или призывом к покупке и продаже актива. Если вам нравится формат моих видеопрогнозов, а также вы инвестируете в акции России, США, Гонконга, криптовалюту, металлы и валютные пары, то подписывайтесь на мой канал. Также вы можете подписаться на телеграм-канал, в котором я публикую то, что не публикую на YouTube-канале. Каждому лайку или комментарию буду очень признателен. Всем больших профитов и до новых встреч.